В Российской Федерации День славянской письменности и культуры отмечают ежегодно 24 мая. Этот праздник совпадает с Днем святых Кирилла и Мефодия. В церкви проводится божественная литургия. В миру принято проводить концерты, конференции, презентации книг. Этот праздник был учрежден в 1863 году постановлением о прославлении и памяти святых Кирилла и Мефодия. Этот праздник отмечают все, кто знает русский язык, пишет и читает на нем. И, конечно же, его отмечает церковь. По традиции во всех соборах проходят праздничные богослужения и крестные ходы. История праздника связана с памятью о создателях кириллицы, братьях Кирилле и Мефодии. В 863 году Кирилл сотворил первую азбуку, перевел с греческого на болгарский язык священные книги, среди которых были Евангелие и Псалтырь. В этом ему помогал родной брат. С помощью двух просветителей славянский народ получил свою письменность. Православная церковь объявила их чудотворцами. Уже в XI веке, 24 мая, 11 мая по старому календарю, был обозначен как День памяти этих святых. Ходить в кино.